Глава 11 книги Иисуса Навина. Услышав это, Иовин, царь Ассорский, послал к Иовау, царю Мадонскому, и к царю Шимронскому, и к царю Ахсавскому, и к царям, которые жили к северу, на горе и на равнине с южной стороны Хиннарофа, и на низменных местах, и в Нафоф-Доре к западу, к Хананеям, которые жили к востоку и к морю, к Амореям и Хиттеям, и Ферезеям, и к Иевусеям, жившим на горе, и к Евеям, жившим подле Ермона в земле Массифе. И выступили они, и все ополчение их с ними, многочисленный народ, который множеством равнялся песку на берегу морском, и коней, и колесниц было весьма много. И собрались все цари эти, и пришли, и расположились станом вместе при водах Миромских, чтобы сразиться с Израилем. Но Господь сказал Иисусу: «Не бойся их, ибо завтра около этого времени я предам всех их на избиение Израилю. Коням же их перережь жилы, и колесницы их сожги огнем». И Иисус и с ним весь народ, способный к войне, внезапно вышли на них к водам Миромским и напали на них. И предал их Господь в руки израильтян, и поразили они их, и преследовали их до Сидона Великого и до Мисрефов-Маима, и до долины Мицфы к востоку, и перебили их так, что никого из них не осталось, кто уцелел бы. И поступил Иисус с ними так, как сказал ему Господь, коням их перерезал жилы, а колесницы их сжег огнем. В то время, возвратившись, Иисус взял Ассор, и царя его убил мечом. Ассор же прежде был главою всех этих царств. И побили все дышащее, что было в нем, мечом предав заклятию. Не осталось ни одной души, а Ассор сжег он огнем. И все города царей этих, и всех царей их взял Иисус и побил мечом, предав их заклятию, как повелел Моисей, раб Господень. Впрочем, всех городов, лежавших на возвышенности, не жгли израильтяне, кроме одного Ассора, который сжег Иисус. А всю добычу городов этих и скот разграбили сыны Израилевы себе. Людей же всех перебили мечом, так что истребили всех их, не оставили ни одной души. Как повелел Господь Моисею, рабу своему, так Моисей заповедал Иисусу, а Иисус так и сделал. Не отступил ни от одного слова во всем, что повелел Господь Моисею. Таким образом, Иисус взял всю эту Нагорную землю, всю землю полуденную, всю землю Гошен и низменные места, и равнину, и гору Израилеву, и низменные места, от горы Халак, простирающейся к Сеиру, до Ваал-Гада в долине Ливанской, подле горы Ермона, и всех царей их взял, поразил их и убил. Долгое время вел Иисус войну со всеми этими царями. Не было города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме евеев, жителей Гаваона. Все взяли они войною. Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое и войной встречали Израиля для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. В то же время пришел Иисус и поразил Енакимов на горе, в Хевроне, в Давире, в Анаве, на всей горе Иудиной и на всей горе Израилевой, с городами их предал их Иисус заклятию. Не осталось ни одного из Енакимов в земле сынов Израилевых, остались только в Газе, в Гефе и в Азоте. Таким образом, взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам по разделению между коленами их. И успокоилась земля от войны.